Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Я вас всех приветствую. В этом ролике я буду крутить бриллиантовую рулетку на 10 тысяч рублей. Как я и обещал, вы на прошлом ролике про рулетку набрали очень хороший активчик, там 3000 просмотров, 240 лайков, поэтому, как я и обещал, сегодня я буду крутить рулетку на 10 тысяч рублей. Надеюсь, что сегодня будет активность такая же. Давайте реально наберем 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а для тех, кто не знает, ребятки, я играю на проекте Amazing RP на втором сервачке. Все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а для тех, кто еще не играет, либо планирует начать играть, есть мой промокод, вводите промокод Полканов, за него получите 300 тысяч рублей, его можно вводить на любом сервачке до 5 уровня. Ну а я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Он получился довольно-таки эмоциональный, тем более с рыбочкой, поэтому я думаю вам 100% понравится. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, ребятки, как я и обещал, я сегодня буду записывать ролик на 10 тысяч рублей, бриллиантовая рулетка. Обязательно подпишитесь на канал, потому что, ну это жестко, пацаны. То есть на такую сумму я никогда не крутил, то есть это самая большая сумма, на которую я буду крутить рулетку. Рулетку буду крутить именно бриллиантовую, потому что это новая рулетка, и там много очень ценных призов. Тробоскопы, разные машины, аксессуары там и так далее. Ну и конечно же, пацаны, сегодня я снимаю с вебочкой, поэтому за это тоже можно как бы поставить лайк. Я надеюсь, что сегодня нам выпадут стробоскопы, либо какие-то интересные машины, аксессуары там и так далее. Надеюсь, данный ролик вам понравится. Если понравится, то возможно потом запишу видео там на 15 тысяч рублей под стандоната. Поэтому все зависит только от вашей активности. Но бриллиантовая такая самая имбовая, хайповая, пиздатая. На 5 тысяч рублей мне, к сожалению, ничего не выпало. Но думаю, на десяточку, ну должно, пацаны, реально должно. Одна прокрутка стоит 100 рублей. Я думаю, сначала будем крутить с анимацией, потом уже без, потому что сумма все-таки, пацаны, большая. Ну, хочется, реально, хочется, блядь, выбить что-то пиздатое. Ну да, это 100 прокрутов летки, пацаны, прикиньте. Ну, должно, сука, должно реально что-то выпасть. Я на это буду очень сильно надеяться. Просто хочется реально сделать контент, пацаны, чтобы, блядь, ну, эмоции показать, понимаете? Чтоб стробоскопы выпали, я чтоб как заорал нахуй, что ебанутый, понимаете? Но пока что ничего. Ничего вообще не падает, пацаны, абсолютно. То есть, ну, бабки, бабки, бабки и все. Нам нужен контент, давай рулеточка, ебать. Покажи нахуй, что ты можешь, ебаный рот. Блять, возле страба, кстати, было близко. Сука, блять, вы это видели? Стробоскопы, аудиосистема, S-класс. И выпадает, сука, ебучий донат, нахуй. Блять, как это было близко, пацаны. Как это было близко, просто. Стробоскопы, блять. Вот стробоскоп это самое дорогое, что здесь, в принципе, есть. Потому что их можно продать спокойно за 100 миллионов рублей. То есть вы выбиваете страбы и сразу за соточку можете их продать. Прикиньте, 100 лямов просто получить. Ну, Amazing Graffiti, ну... Такое, пацаны, ну, блядь, где, блядь, стробоскопы, сука, где? Я хочу страбы сегодня выбить, блядь, десятка, понимаете, 10 тысяч рублей. Должны выпасть стробоскопы, давай, 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 блядь. Он, блядь, любит батя, да, сука? Обратно, понимаете, близко очень было близко. Возможно, если быстро крутить, возможно, выпадут страбы. Короче, я предлагаю, наверное, полсуммы покрутить медленно, а потом полсуммы покрутить быстро. Потому что, если я буду 10 тысяч крутить постоянно медленно, мне кажется, это будет очень долго. Как бы, кто человек пьет, пацаны? Всем салам алейкум, девать. Я просто только проснулся, вот, чайка себе заварил, как бы, решил для вас видосик записать про рулетку, поэтому всем доброе утро, девать, кто смотрит. Где, блядь, нормальный лут, сука? Ну шо это такое? Ну шо это такое, блядь? Какие нахуй маски, блядь? Ебать ты, сука, забайтила меня, гондонша. Я прям уже почувствовал, знаете, запах страбов, блядь. У меня прям жестко лагает, блядь. Ну куда ты лагаешь, сука? Куда еще, блядь? Ты еще не даешь мне нихуя? Еще и какого-то хуя лагаешь, ебать. Нихуя себе, ебать. Вот это аппарат, ебать. Да ты шо?
Не, ну, блядь, X7, S-класс, конечно. Ну, блядь, куда? Это ж Honda, ебать, легенда, ну, конечно. Спасибо, ебать, спасибо. Спасибо большое, огромное спасибо. Ну, блядь, нахуя тебе аудиосистема, ебать? На тебе мотоцикл, сука, садись, покатайся, ебать. Не, зачем тебе третий чип аудиосистемы, ебать? На тебе мотоцикл, который стоит там 200 тысяч, ебать. Насадись, ебать, покатайся, ебать, почти чисто. Ну, блядь, какой мотоцикл, нахуй? Ну, блядь, ну какой мотоцикл, сука? Тут, блядь, X7, который, блядь, никогда я не видел, нахуй, у себя в автопарке, блядь. И тут S-класс, понимаете, блядь. Две охуенные машины, сука. Две охуенные тачки, блядь. И мне падает ебаный мотоцикл, нахуй. Выпади мне X7, ебать, чтобы я хотя бы кайфанул чуть-чуть. Ну, ебаный рот. Блядь, даже, сука, не он не выпал, ебать. Ты что, ебанутая? Какая, нахуй, Subaru Impreza, блядь? Ну, блядь, это будет эмоциональный ролик, понимаете. Я специально вебочку подрубил, чтобы, блядь, вы видели мое ебалище. Еблище мое видели, блядь, и видели мою реакцию, понимаете? Блядь, ты чё, ебанутая, блядь? Ты шо, сука, охуела, блядь? Вообще нихуя не дает, пацаны. Вообще, ну, вы видели? Вот так вот, нахуй, вот так вот, ебать. Блядь, я этими масками скоро срать, блядь, буду, реально. Ну куда, сколько их, блядь? Сколько мне масок надо, блядь, я не понимаю, ну. На все случаи жизни, ебать, на понедельник, вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье, ебать. На все дни недели у меня уже маски, блядь, есть, нахуй. Каждый день могу новую одевать. Куда еще, блядь? Ну куда ты мне эти маски пиздячишь, нахуй? Ну нахуя они мне надо, блядь? Дай мне уже, блядь, этого, блядь, хуесоса, который двигается хотя бы. Ну пиздец. Маска, блядь, обратно, сука. Па-пара-па-пара-па. Дай мне, пожалуйста, что-нибудь нормальное, блядь. Давай, 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 давай. Ай, ля-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 
поддержите меня реально лайком, пацаны. Просто поставьте лайк, подпишитесь на канал. Реально, пацаны. Ну, я обещал вам, я обещал на 10 тысяч рублей покрутить рулет. Я это сделал. Будьте добры, блядь. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, пожалуйста, просто. Шо, пацаны, ебать? Понеслась, нахуй, как говорится, ебать. Полетели, раз. Два, нахуй. Три, нахуй, катана, ебать. Четыре. Пять. Шесть. Семь, нахуй. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать, сука. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать, сука. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать, нахуй. Короче, я уже считать не буду, пацаны, это вообще пизда просто. Ебашим нахуй. Нихуя не падает, чекайте просто, ебать. Ой, блядь, это пизда просто. Это просто, блядь, нихуя вообще не выпало, пацаны. Нихуя, блядь. Вообще, вы это видели, блядь? Там пару тачек выпало, ебать. Но я думаю, если в сумме посчитать, ну 2 миллиона, 3 миллиона где-то. То есть из 10 тысяч рублей я выбил где-то 2-3 миллиона. Плюс-минус. Не знаю, может быть больше. Нихуя такого прям дорогого не выпало. Ни машины, ни неона, ни аудиосистемы, ни, блядь, стробоскопов. Нихуя просто. Как, сука, ну 10 тысяч рублей, понимаете? Сейчас зайдем в игру, чисто посмотрим по призам, ебать. Аксессуары посмотрим, блядь. Короче, зайдем чисто, блядь. Посмотрим, какой я лох, блядь, ебать. Который нихуя не выбил просто. Блядь, я до сих пор, пацаны, в ахуе просто. Ну как, блядь? Как мне нихуя просто не выпало? Короче, ладно, я зашел в игру. Давайте транспорт посмотрим. Ну, что тут выпало? Три Honda Civic, получается. Два мотоцикла, две Subaru, Skoda и Yamaha MT, тоже мотоцикл. Тюнинг транспорта, ну, нихуя нету, естественно, ебать. Какой тюнинг транспорта, ебать? Аксессуары, пацаны. Аксессуаров, конечно, выпало пиздец, очень много. Чтобы вы понимали, у меня вообще не было аксессуаров никаких в призах. То есть это все выпало именно с рулеткой, которую мы только что крутили. Просто маски, 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 кепки, ебать. Всякая, короче, хуйня. Красная катана выпала, еще белая катана выпала. Ну, хотя бы что-то меня радует, потому что, допустим, ну, белой катаны у меня нету. Красная у меня есть. Бля, я даже не знаю, что вам еще показать просто. Ну, лицензия, я не знаю. Ну, три лицензии выпало. Ну, такое, блин, ну, ни о чем просто. Статистика персонажа тоже, ну. Мультитул, ебать, для ограблений, краски у меня как бы выпали тоже. Ну, краски нормальная тема, тем более мы сейчас граффити занимаемся. Ну, это да, это прикольно. Ну, кредита выпало тоже, в принципе, ну, нормально. Можно было, конечно, поинтереснее, реально.
Я обещал, реально, я обещал то, что для вас запишу ролик, то, что я буду крутить там рулетку на 10 тысяч рублей. Вы реально хороший активчик набрали, там 230 лайков, по-моему, 3000 просмотров. То есть я свое обещание выполнил. Я считаю то, что это самое просто главное. Я думаю, вы обязаны просто поставить лайк, там подписаться на канал. Да, ролик получился, возможно, не такой крутой именно по призам, но довольно-таки эмоциональный. Извиняюсь за мат, если что, потому что, ну, вы сами понимаете, я думаю, если бы вы крутили бы рулетку на 10 тысяч рублей, вам бы ничего не падало. Я думаю, вы бы похлеще меня бы реагировали. Но получилось, как получилось. Я надеюсь все равно, то, что реально вам этот ролик понравится, и вы оцените мои старания, так сказать. Ну что ж, ребятки, на этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Все ссылочки есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод, потому что за него получите 300 тысяч рублей. На самом деле, я, как и говорил, ожидал лучшего от этой рулетки. То есть сумма была довольно-таки большая. 10 тысяч рублей — это самая большая сумма, на которую я вообще, в принципе, когда-либо крутил рулетку. То есть это мой такой личный рекорд, пацаны. И надеюсь, что на этом ролике вы наберете хотя бы 200 лайков. Не ленитесь, реально, ставьте лайки, подписывайтесь. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.